На Ринмаре открыли Дни ненецкой письменности. В рамках мероприятия в окружную столицу приедут гости из Санкт-Петербурга и Москвы. В частности, представитель издательства «Просвещение» расскажет об издании учебников новых государственных стандартов. Также на декабрь запланированы фольклорный конкурс «Печерянка», театрализован познавательный конкурс «Сбережем родной язык», окружной семинар учителей родного языка и литературы. В сельских библиотеках и домах культуры пройдут выставки книг и предметов ненецкого быта, вечера фольклора, интеллектуальные игры и фестивали конкурса чтецов. Всем активно участвовать и понимать, что изучив родной язык, изучив традиции и обычаи тех, кто жил здесь испокон веков, мы сможем сохранить самобытность ненецкого языка, самобытность культуры и традиционного образа жизни. Месячник ненецкого языка посвящен 110-летию со дня рождения филолога, писателя, переводчика Антона Пырерки. Первому ученому среди ненецкого народа будет посвящена книжная выставка в библиотеке имени Печкова и конкурс методических разработок. Завершатся Дни ненецкой письменности круглым столом по реализации государственной политики по сохранению родного языка.